Одно из самых красивых зданий Воронежа, расположенное на проспекте Революции 32, было построено еще в позапрошлом веке для Мариинской женской гимназии. В 20 веке здесь разместился Дом Красной Армии, а затем Дом офицеров. Здание неоднократно реконструировали, сейчас здесь располагается областной дом молодежи. Губернатор Александр Гусев на совещании в региональном правительстве рассказал, что ведутся переговоры с Министерством обороны о создании здесь Центра военно-патриотического воспитания. Уже к лету молодежный центр переедет на Плехановскую, 53.